Она профессиональный ландшафтный дизайнер, и цветы для нее нечто большее, чем просто растение. Персональная выставка «Весенние акварели» Ольги Колупиной. Цветы расцвели на картинах в новой экспозиции арт-холла Центральной детской библиотеки. Занимаюсь ландшафтным дизайном, потому что всегда рисую цветы. Всегда рисовал цветы, это довольно давно, и это еще школьные истории, так давно, что даже вспоминать сложно. Пейзаж и цветы. Выставка называется «Цветочные акварели». Мы ее поставили на целый месяц. Мы ее запланировали как раз в преддверии 8 марта, потому что это такая очень весенне-летняя цветочная тема, которая очень в тему. Нежность и прозрачность этой изобразительной техники как метафора самой весны. Лилейник, вербейник, жасмин, роза и клематис позировали художнику с натуры. Но все же здесь представлена серия «Идеальный цветник». Так как выросли эти растения на бумаге, в жизни сложно воспроизвести. Я акварель пишу, она светящаяся, она дает возможность как живьем. Вот как мы видим, мы же не видим, да, она несколько условна, но если вам надо, точно возьмите фотоаппарат. Другое дело, что вам снять так, как хочется, как видится мне, не получится, скорее всего. Всегда мешает фон, всегда мешают какие-то случайные блики, случайные растения, попадающие туда же, случайные, очень много к этому слову у нас претензий. А в акварели можно это регулировать и можно зафиксировать так, как мне бы хотелось видеть это всегда. В экспозиции представлен также гжельский фарфор ручной работы. Ольга Колупина вот уже более 20 лет преподает свое мастерство в школе искусств «Фламинго», город Белозерский. Вместе с детьми на базе учреждения они изготавливают чудесную посуду с нуля, начиная с формы, заканчивая узором и запеканием. Эта выставка открыта для посещения до конца марта, начала апреля. Татьяна Колганова, Даниил Колпаков, новости из Искровект.